Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами находимся на празднике. Мы празднуем День города. Находимся в Технополис Москва, площадка Алабушева. А выбрали мы эту площадку не зря, потому что практически весь наш коллектив живет в этом красивом зеленом городе – Зеленоград. Ну, собственно, если говорить не только о праздничном настроении, то реальная площадка дает очень много возможностей для предпринимателей, которые занимаются развитием инновационных технологий научного характера. Потому что действительно те льготы, те условия, которые здесь предоставляются, открывают широчайшие возможности. Вокруг меня вы можете наблюдать огромное количество зелени, и это действительно очень здорово. Ведь на территории особой экономической зоны Технополис Москва, на площадке Алабушева, где мы и приступили к строительству нашего проектно-конструкторского технологического бюро, действительно заботятся о экологии. И уже сегодня мы посадили первое наше дерево. А, как говорится, все знают, что необходимо совершить настоящему мужчине. Но здесь речь идет не только о мужчинах, но о всех сотрудниках и всей команде «Совалмаш». Дерево мы уже посадили, а инновационный центр скоро будет готов. Поэтому обязательно подписывайтесь на наши социальные сети, следите за новостями проекта. Вы будете узнавать все одними из первых и максимально сможете утолить свою жажду к знаниям. И почему я говорю именно об этом? Потому что сегодня День города. И сегодня непростой формат празднования. Наконец, особая экономическая зона Технополис смогла не только осуществлять бизнес-проекты, но и также дала возможность каждому жителю города Зеленоград прикоснуться к высоким технологиям, полетать на дронах с применением технологий дополненной реальности, поуправлять виртуальными моделями автомобилей с помощью шлема, который позволяет делать это за счет силы мысли. Это действительно уникальный день, уникальный праздник. И я думаю, что это должно войти в традицию, и Дни города должны праздновать именно в таком формате. Спасибо за внимание. До новых встреч!